и повергнет в прах все земли Украины. Ты захватил не зря, Конан, самый жестокий пидорас из всех когда-либо живших на земле. Его цель разбивать каменные изваяния. Для этого ему придется сразиться с колоссами. Конан! Приключения Конана. Не опускай слишком низко свое ебло, малыш Конан, иначе можешь перевернуться. Это не сложнее, чем ебаться с лошадью. Тебе это явно нравится. Если я не получу от Снега мини-метку, в котором смогу кончить, то поведу вас на войну. Снег сосет тебе как... Теперь можешь дышать. Похоже, твои соплеменники... Что ты сказал? Смотри, Дрекс, я близок к завершению продаж семи пирамид. Осталось продать лишь две. Зеркало, покажи мне гвалу. Синя бица! Сука, нигер! Блядь! Будь я проклят, Конан добыл голову! Господин, а что это значит? Знак того, что я проебу Конану катаку. Проклятый варвар, ты убьешь его? Я знаю, как заставить Конана страдать. Как заставить Конана сязать. Как заставить Конана посрать. Пусть познает рабсибирскую страду. Посмотрим, принесет ли этот кол ему счастье. Арабская ночь. Будь прокляты все маги и кноры. Сколько времени нужно, чтобы приготовить бобрыша? Друг мой, ты пока можешь закусить? Кто может есть хуйцы в такое время? Грейвулф, Конан, возьмите своих друзей и приходите на концерт. Блять, это работа Ротамона. Амулет Атласа. Верни мне музыку моего деда. Мой внук. Дедушка. Я найду им так кошмару Ротамона. Так же, как тебе. И тогда кийский змей заплатит за все. Все.